такая песенка очень хорошая у Гребенщикова. Все, что я здесь слышал, меня повергало в сон. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон. Вот примерно то, что происходило до двух последних групп, можно было бы назвать так. Но еще, в общем-то, фестиваль не кончился, но уже первые итоги можно сделать. Действительно профессиональную музыку показали две группы только. Это «Щелбан», которые очень сильно выросли в музыкальном плане, и «Мартин Лютер Кинг». Хотя, в общем-то, саунд группы был бы еще лучше, если бы не подвел аппарат. Я считаю, что все-таки для этого зала аппарат не подходящий. И вот, наконец, дошла очередь до самой, пожалуй, скандально известной группы в Саратове. Это группа «Худой конец». Ты знаешь, когда я был маленький, мама мне сказала, вот, Вадик, почему вот так и так? Я говорю, здесь еще такой анекдот. Жопа есть? А слова такого нет, да? Вот если вот, ну почему его не назвать вот? Все везде говорят, все слышат. Понимаешь, жопа есть, а слова такого нет. Хватит заниматься, вообще хуйной, в конце концов. Не, он же действительно говорит, привыкли, везде ругаемся там. Ну, в смысле, как уже, как нормальный разговор получается. А здесь на стейм, значит, петь нельзя. Ну, это глупость просто. Просто глупость, я так считаю. Контр, вопрос, вот выйти на улицу и послушать, что говорят люди. Поэтому мы придерживаемся такого принципа, что, ну, описывать бытовуху, как она есть, то есть наш быт такой, черный быт, грубо говоря. Вот. И поэтому, ну, раз это на улице есть, то почему это не возить тех, кто... Давайте играем, сейчас пришли драться, внимательно не поймут. Это у нас лоб, пожалуйста.
Пошли к нам. А, ну конечно. А пойдем, а что, нельзя в комнату? Идем в комнату. Идем. Нет, мы там умоемся, все. Ребята, ты слушай меня, я тебя не отпущу. Пойдем, я не могу думать. Все нормально, я должна сейчас... Пойдем. Не знаю, уместно ли сейчас спрашивать, довольны ли ты тем, как прошел сегодняшний вечер, и все-таки рискну. Как прошел сегодняшний вечер? Ты довольна? Я считаю, что если бы нам дальше побольше времени, то вечер прошел бы замечательно. А чисто в музыкальном творческом плане скажи, намного отличается то, что ты хотела бы увидеть здесь сегодня, от того, что ты увидела? Понимаешь, если бы была аппаратура, я не хочу ничего сказать сейчас в упрек Дубченко и прочее, но если бы была аппаратура Селиванова, который нам обещал, у нас просто сейчас перекрестились мероприятие, он сейчас работает с машиной времени, я думаю, что прозвучало бы все замечательно, потому что я хорошо была поражена группами под одним флагом. Я слушала, они здесь репетировали, замечательно играют ребята. Группа «Худой конец» замечательно играют. Группа ЗМК, Мартин Лютер Кинг, Щелбан. Грамотные ребята. И я как музыкант, я считаю, что эта группа, в общем-то, с большим будущим, если бы были такие возможности. Вот так печально закончилось шоу «Реанимация». Может быть, верно гласит народная мудрость, первый блин комом, а посему у нас у всех есть возможность увидеть второй блин реанимации, пропеченным и более вкусным. А мы, получив на дорожку несколько десятков дружеских свернули свою аппаратуру, вследствие чего и заканчиваем сегодняшнюю программу. Извините за резкий стон, счастливо. Леш, ППшка на месте там лежит, у меня что-то это... 5-3-0. Давай прям вниз сюда сядь. Лежит все на месте, смотри, микрофон. Микрофон сейчас я достану. Все на месте, ППшка? Да, лежит.